Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я расскажу вам о цветовой температуре. Что значит для вас белый цвет? Ладно. Скажем, ваши глаза воспринимают широкий спектр цвета как белый. Но есть отличия в цветах света. Если комната освещена лампой на накаливания, дневным светом или флуоресцентной лампой, во всех трех случаях мы воспринимаем свет как белый. Потому что наш разум автоматически исправляет его. И наши глаза видят его белым. Но определять нейтральный свет наши глаза могут только сравнив что-то бок о бок. Тогда как камера чрезвычайно чувствительна. Ей в каждой ситуации нужна коррекция. Давайте покажу. Сейчас я освещен светом двух разных цветовых температур. Самый теплый справа. Это эквивалент лампочки у вас дома. Лампы накаливания. 3200 кельвинов. Сейчас покажу ее одну. Слева свет с температурой 5600 кельвинов. И это эквивалент дневного света. Он гораздо холоднее. Вот она одна. Вот дневной свет. А вот лампа накаливания. А вот они вместе. В кино мы используем цветовую температуру, которая по сути и есть цвет света. Она измеряется в градусах Кельвина. Одни источники света теплее, другие холоднее. Даже цвет солнца меняется каждый день. Утром свет теплее, поэтому цветовая температура ниже, около 3200 кельвинов. В полдень свет холоднее, поэтому цветовая температура выше, где-то 5600 кельвинов. Если вы снимаете в облачный день или в Лондоне, температура будет еще холоднее, что-то около 8000 кельвинов. Сколько раз ваша картинка получалась слишком синей или слишком оранжевой? В вашей камере есть одна опция — баланс белого. Она сообщает камере, в каких условиях вы снимаете. Как только вы оценили источник света, вы можете правильно настроить камеру. И не вздумайте включать автоматический режим. Да, иногда это может работать, но далеко не всегда. Поэтому давайте все сделаем вручную, ладно? Круто. Если вы снимаете на улице, то должны выставить баланс для дневного света, что равно 5600 кельвинов. Если это облачный день, как в Лондоне, просто установите режим «облачно». А если ваш предмет съемки в тени, то режим «тень». В помещении устанавливайте режим «лампа накаливания» 3200 кельвинов. Если, конечно, у вас не лампа дневного света, например, на кухне, тогда включите режим «флуоресцентная лампа». В противном случае изображение будет голубым или оранжевым. При съемке на улице нужен дневной свет. Но если выбрать лампу накаливания, картинка будет совсем синей. И наоборот, в помещении, когда вы только вошли с улицы, и камера установлена на дневной свет, или 5600 кельвинов, когда вы снимете фото или видео, изображение будет оранжеватым, или желтоватым, или очень теплым, или назовите как хотите, выглядит как полная фигня. Поэтому выставляйте ваш баланс белого правильно. И ваша картинка станет гораздо симпатичнее. Если у вас есть вопросы, оставьте мне свой коммент, и я отвечу. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте кликнуть по кнопке «Подписаться». И если вам понравилось, можете смело поделиться с друзьями. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока.